Всем привет, дорогие друзья, с вами Промикс, мы продолжаем проходить Star Wars Knights of the Old Republic 20 Lords, и в предыдущей части мы свалили с Эндерона, нам сразу же пришло сообщение о том, что он нас зовет Кавар, и перед тем, как мы сойдем снова с борта Эбон Хоука и пойдем к Келборну, я хочу вам сказать, что я поменял кристалл с Роусан на Упаре, потому что Роусан нам давал только плюс один харизме. Да, он дает изначально плюс один еще к мудрости, но мудрость не плюсуется в мече, к сожалению. Не знаю почему, но вот так вот пусть будет. Итого у нас получается модификатор атаки плюс 4, и дамаг повысился на дохерище. 12.52 он теперь. Замечательно, погнали дальше. Или погоди, я просто что думаю. Да ладно, хер с ним, да. А, что я хотел? Тут же есть Мандалора. Неплохая. Может, ее апгрейдить можно, ща? Нет, это... Ага. Ничего себе бластер. Воу. Вот это сильно. Вот это сильно. Слушай, нихера себе тут. Да охренеть тут. Зашибись, конечно. Надо! Сейчас я за кадром попробую что-то с ним сделать. Зашибись он будет просто. Тут, короче... Новое видение, видимо, у нашего последователя, у нашего падавана. Джедай. Побежал к Рее. Зачем его троллит так она? Никого. Так она спит, наверное, посмотри. Сзади. Убей ее нахер. Джедай. Чё? Потемнело. Предатель. Все мысли мои будут... Ты знаешь, кто я. Но ты... Ты не сможешь это вспомнить. Что ты сможешь увидеть? Только то, что я тебе позволю увидеть. Нихера себе, он знает ее. Блин, надо на Крею как-то влияние получать. Я отвечаю, надо. Блин, ну как? Потому что она что-то нам не договаривает об ее истории. Ладно. Я еще не апгрейдил, так что ладно, скоро еще раз вернусь. А тем временем... Да уж. 9.55. Ну и урон. Модификатор атаки плюс 6. А, это жопа просто. Ну как? Нихера себе. Да, бонус к защите минус один. Ну блин, это просто вещь. Ладно, я сейчас еще второй какой-нибудь бластер найду, тоже заапгрейчу. Охренеть. И вот второй. Это тяжелый бластер забраков. Охренеть просто. 10.37. Не то, конечно, то, что получилось, но все-таки, охренеть, блин. Да, такое дерьмо. И кому же это мы дадим, интересно? Я сейчас нахожусь на цитадели. Кому же это отдать? Кому? Убираем Балдура, ставим очки и, возможно, тебе.
Тебя что тут? Security плюс 10, ни хера себе. Мудрость для дроида, зашибись, честно. Керп, Керс, ДРС. Нет, где-то тут, может быть, что-то было бы. Модуль уничтожения. Ничего конкретно не известно про внутренние этих модулей, но в одном уверен. Они работают. Это прям конференция Apple. Наступательный апгрейд, а у меня боевой апгрейд. Да ну, он круче же, да. Параболические направляющие. То же самое, только тут это покруче будет, да. 7, 5, 3, 4, 7, 6, 7, 10. Дроид дура. По-моему, это покруче будет, да? Хотя вот это вот на электричество по 50. Ну, на электричество по 50 будет покруче, мне кажется, хоть и... Да, давай. Дефлектор это щит, окей. И мы ему даем просто мега-бластеры. Какой? Вот он. Это вот этот, наверное. Да, хоть он. Потому что он будет использоваться у него во второй руке, и именно этот дает баланс. Зашибись просто. Честно. Тот плюс 38, 11.57. А, 12.39 даже. И 11.57. Да охренеть, что ли? Как? Как это возможно? Да ты машина для убийства, реально, я тебе отвечаю. И скиллы, да, на. А, еще. На. Фиты, у него тут все. Теперь надо на бластеры, может, ему вкачать. Охренеть, а что это дает? Дамаг дает. Нахренеть. А это что дает? Вот это лучше взять. Да. Ну ты машина. Встретить бы кого-нибудь и все. Это ж просто... А, еще. Атрибуты. Ну вот это, наверное, все-таки, да? Скиллы плевать. Ну, физическая сила же не влияет, как ты стреляешь с бластера. Ну, я так думаю. Так, и тут дальше мы идем. Я не ожидал, честно, такого перформанса от бластеров. В таргетинг тогда идем. Зашибись. Боевой, блин, дроид. А какого хрена? Я же... А, мне дает, потому что я Weapon Master. Так бы к мудрости, наверное, дали. Если бы я был каким-нибудь челом там. Ну ладно. Дроид эксперт. Охренеть, честно. Да он всех поубивает там на изи сейчас. Погнали. Все, встретимся на Эбонхоуке. Да. Так, я просто включаю, потому что сейчас может что-то быть. Ага, опять что-то он... Не знаю, что-то над ним издевается, по-моему. Она в его мыслях постоянно копается, видимо. Не знаю. Наконец ты понимаешь, крохотный джедай. Ты... Кто ты? Что ты тут делаешь на этом корабле? Хорош! Что ты видишь в паутине миров, которые умерли? Я вижу смерть в галактике жизни. Сначала я думал, это просто было захватническое, но это гораздо хуже. Это эхо, которое распределяется. Это невозможно. Ты потерянная пешка республики, молодой человек. Ты наивный там чинок. Теперь ты понимаешь магнитуду
Я знаю тебя. Не... Даже твои отпечатки темной стороны не оставят это. Я? Думаешь, я ищу вещи живущих миров? Что-то... Мое учение — правда. Как долго ты была тут, среди нас? Ты знаешь правду, я всегда была здесь. Смотря и слушая эхо, которое ты нашел. But you will forget this. Your mind is worse than the others, so open, so trusting. Нихера себе. Your feelings for her are your weakness. Yet I will gift you with this. You will remember what you have discovered when the time is correct. Know that you have seen what formerly only I knew. Now we shall see if you have the strength to stop what comes. Нихера себе, короче. Последователь что-то знает про Крея. А Крея этого не хочет знать. Слышь, этот... Да, Вронг. Он знает то, что она против меня замышляет. И он сказал то, что он не позволит причинить мне вреда. Блин, машина для убийства. Я отвечаю, он всех в одиночку сможет зарулить, наверное, там в Изисе. Ладно. Что мы сейчас сделаем? Давайте попробуем что-то с мечом, наверное, сделать. Хотя, зачем? А, вот, с этим может быть что-то сделать. А, или этот... Где? Визас, вот он. Просто, чтобы было... Нормально. Физический. Погоди-ка. Дефенс, да, нормально. Пойдет. И... Печани. Вибрационный элемент. Покатит. Да, неплохо. Да, блин, вот просто... Охренеть. Зашибись. Ну, так. Каша виздом, окей. Феркран атака. Может, хюрикен ему? Хотя он консул же. Ладно, пойдет. Кристалл я ему поменяю просто на... А. На зеленый. Почему бы нет? А свой я сделаю таким. Да. Я хочу серебряный. Не знаю. Вам может быть не нравится. Мне почему-то нравится. Ты чё? Ну, я, конечно, понимаю то, что может быть. Крея там все дела. Погнали, поболтаем с Креей, она задолбала. Слышь, эй, слышь, чё? Ну, блин, хорош, чё ты делаешь? Yes. Да. Скажи мне о моем кристалле. Связан со мной, зашибись. Блин. Мы это все знаем. Человек. Бронихилс говорит. Хотя, на самом деле, Найлс. Да я говорил это уже, наверное, тоже. It can only be gained through instinct. Yes, and he fed upon its destruction. It will sustain him for a time. Power? Do you think so? You would be wrong. There is no strength in the hunger he possesses, and the will behind his power is a primal thing. And it devours him as he devours others. His mere presence kills. Опустошает его голод. Поэтому он убивает планеты, и это не сила, по мнению
Окей. Nothing is impossible with the Force. It is an energy that flows through all living things. And like energy, it may be harnessed, channeled, and consumed at times. It may even be a substance that can burn and ignite. Do not think of his power as one would a weapon, or one of your warships of the Republic. It is terrible, but it is still a subtle thing. The sect of assassins that chase you feed on the Force. What he does is simply the pinnacle of what they could achieve in time. And that is why they and their techniques must be wiped out. No one again must experience and learn what her master did. Хм. Она считает, что таких сил не должно быть. As much as one may use the Force to bolster the wills and strengths of others, the reverse is possible, though not often used. Instead of sending one's will through connections in the Force, instead such connections are drawn upon, fed upon, and drained. Вся жизнь прикосновение силы как-то... Она говорит, типа, все, что голодает, это все идет в реверс тому, кто забирает... Они все опустошаются взамен. Then you understand how terrible such a power is, and why it must be ended. It is an empty road to the dark side, and by traveling it, the price is death before one's time. He is a breach in the Force, capable of consuming the lives around him. Sometimes the touch is slow, as it is with his crew. Как он питается ими? It is not something he can direct or focus, much like hunger itself. He is more of a hole in the Force than a living thing. Force sensitives and worlds rich in the Force draw him. The Miraluka world was one such place. That is why where the Jedi gather, Jedi will die. He will feel it, unless they mask their presence. But Katar called out as a beacon to him, and he could not resist it. And he cares nothing for the Sith. Or its teachings, or the Jedi. And when the Jedi are dead, he will feed on the galaxy, the Republic, and eventually consume the Sith as well. There is no future in the empty galaxy he sees, and that is why he must be stopped. The breach must be sealed before his power grows beyond what even we can hope to stop. Короче, она просто считает, что он составляет какую-то третью фракцию, которая не важна. Не важно, плевать. Он поглотит джедаев, галактику, даже ситхов может поглотить, и поэтому надо его остановить. Ну да. Да как это? Блин, ну расскажи хоть что-нибудь. Задолбало. I misspoke before, and I do not wish to choose. Ask. And did he? Разговариваем о разрушении Катара снова. The Mandalorians were right to respect you on the field of battle. The Jedi are gone. Vanished. Now, an entire planet of Force sensitives wiped clean of life. And now this slice of the galaxy is blind. It is no coincidence. The two events are tied. Кто-то хочет, чтобы галактика была слепа от силы. Чтобы кто-то пришел и захватил ее. Кто-то хочет уничтожить силу. I fear you are right, and I fear it may prove more than that. War. Война — это голодание. And there are spirits in the galaxy whose hunger is never satisfied. But there is little to be done about it now. Watch the seer carefully; she may reveal more. Ask. A discussion. Да задолбал. Я хочу, чтобы ты узнала.
Блин, мне не дают лени на нее, никак. Да ё-моё. До того... Раньше я слышала мысли компаньонов. Я слышала то, что похоже на эхо. But your powers are strong indeed. There are places in the galaxy, strong in the force, light, dark. They are born in places teeming with life. Блин, ее диалоги сложно переводить очень. Я не знаю, как я буду переводить то, что она будет объяснять потом. Поставить русификатор, я опять говорил, я не могу, иначе все диалоги просто пропадут. Вы можете сказать, что я типа не... Нет, я пытался. Тогда, когда на М478 просто все диалоги повылетали, то это, да, это было плохо. То, что ты слышишь, это эхо прошлого. Ничего себе, нет ничего, чтобы я выучил от нее. Да ты чё, блин, тогда я тебя убью, я ж ситха. А, да, я... Чёрт. На это уже слышали? So my words only carry as much worth as you believe them to. But perhaps you will understand this, that perhaps it is important to me that you see me and my actions uncloaked. It is important that your judgments, whether be good or bad, stem from seeing me as I truly am. I did not ask you to trust me, only that you listen to what I have to tell you. But thank you. Ask. Блин. Да блин, нет. Давайте тогда хорошо, дадим визу сейчас Святого Меча, окей. На, держи, слепая. Почему Рик? Только. Так, чё я? Я сделаю вот так вот. Рик и Эчаник, где он? Да ладно. А, нужно ещё... Нихера себе. Ну ладно. Пусть тогда возьмет что-нибудь другое, типа Аргарок? Серьезно? Нихера себе он. Если Аргарок возьмет. Не, ну он неплох. Классный. Так. На. Держи лайтсейбер свой. А! Сейчас не знаю, что будет. Опять что-то. Я хочу тебе кое-что показать. Расскажи мне, что с Крей. Не словами, силой. Твою мать. Как я пропустил это? Что-то... Создает эхо, резонанс в силе. Кто-то забирает жизнь. Каждый умирающий мир создает эхо в силе. И как эхо создается, это становится шумом. Кто-то уже это говорил. Мир должен быть... О, мы появились здесь. Первый раз.
Не там, а здесь сразу же. Это неплохо. Это неожиданно. Критический момент приближается, и мир должен быть вылечен. Главное, и посыл... главный посыл последователя. Я... имею? У меня есть... Или что она хочет? Чтобы я взял еще один? Ну вот, смотри, у меня два даблблейда. Yes. That is some... Для... single-handed. То есть она хочет от меня... А то есть обычный типа не считается уже, да? Ладно, давайте тогда отберем у Атана и у Балдура. И возьмем к себе. Где он тут? Вот он. И вот он. Yes. Very well. Во, зашибись. Погнали. Не, она взяла. Если ты с нами путешествуешь, слепая, ты должна научиться кое-чему. Твой световой меч, отдай его мне. Это приемлемо. Ты молодая, твоя энергия... There's only so much I can teach her. That fact did not escape me. Now, try to kill her with a single blade. Use no other... Что-то она начинает прям реально как-то очень агрессивно вести себя. Одной рукой? Because you may not always have your right hand. Потому что у тебя не всегда может быть другая рука. Давай, делай это. Ты готова? Это не Ичани этикет Ичани. Не спрашивай ее, атакуй ее. Ладно. You have disobeyed me. Эй! I said single weapon, no force powers. Now you will begin again. Окей. Нихера себе ты! Алло! Так если это не Ичани, ты сама сказала, значит я... Да какого черта? У меня мощь в силе должна быть. А если я сейчас подохну? Хотя нет, не должен. Зашибись. Ты победила ее. Теперь сделай это с двумя оружиями. В каждой руке. Без предметов, без силы. Позволь... силе... заполнить... незаполненные участки твоего разума. Ах, как! А какого хера? У нее-то здоровье восстановилось, а у меня нет. Ну хотя она мне вреда не причиняет такого огромного. Зашибись. А, отлично! Чё? Каким образом? You have disobeyed me. No, I did not. Why did you resort to them? Она не хочет яростно, чтобы я использовал, силу. Вообще ни в какую. Она хочет, чтобы я вообще отказался от силы. It is enough. There is nothing more for me to teach you.
You know as much of battle as I. Нет, подождите, я не справился или чё? Чё это означало? Да, ё-моё. Я хочу спросить о битвах с Визас. Ты не тренируешь меня, ты тестишь её? Возможно. Отчаяние? Ты опять начинаешь? Откуда ты так много об отчаянии знаешь? Расскажи мне, что ты знаешь. Нам не нужно ее убивать. Она должна служить нашим целям. Но ты так не говорил в ее присутствии хотя бы. Ты хочешь ее просто использовать? Да, я так и сказал. Так ты сама хочешь причинить мне боль? Мы это видели. Я становлюсь реально еще марионеткой. And why is that? Please illuminate me. Просвети меня. Потому что люди — это не инструмент, который можно просто взять и использовать. Хотя Крейт, конечно, непонятен, надо использовать всех как инструменты. То есть ты хочешь сказать, что сила использует всех? Да. Ну, охренеть просто. Назревает конфликт, походу. Yes. Все, что я пытаюсь сейчас сделать, получить на нее влияние. Хотя, на самом деле, в перерыве между тем, как мы полетим обратно на Даксон Келборну, мы можем множество вещей сделать. И поездить опять на подах, и, ну, и поболтать со всеми. Много-много. Блин, такие все вопросы, и они на влияние. Я не могу. С ней больше нечего делать, по сути. Ниман. My master. Опа. Showed me my world. Showed it to me as it is. Ничего себе. But after traveling... Или мы это уже говорили? Короче, там что-то про мастера, который научил ее видеть свою планету в боли.
when one suffers do certain truths become evident, both of the galaxy and of the self. And I feel you are an example of this. It is difficult to explain. It is something that must be experienced. Окей, на нее влияние недостаточно, чтобы мы получили... Чтобы мы узнали просто больше о видении через силу. Слышишь, Кей? Ты теперь реально машина для убийства. Просто вопрос, давай поболтаем. Так, это было. Ладно, о нем тоже не о чем разговаривать, по сути. Ладно, пойдем тогда дальше. Да, полетели все-таки на Даксон. Окей. Наверное, я готов. Таки. Я напоминаю, мы на Цитадель прилетели, чтобы верстаком попользоваться. Да, вы мне скажете, на Эбонхоуке есть верстак. Ты чё, дебил? На Эбонхоуке нельзя переключать персонажа. Я использую верстак Баудуром или Т3, потому что у них навыки для создания предметов большие. Ну вот мы и прилетаем снова на Даксон. Теперь в нас никто не стреляет. Что странно. Так, сейчас ничего не происходит. Никто ничего не говорит. Свалить Эбонхоука. Так, давайте-ка я возьму тебя и Крею. Так, Крея, давай-ка ты авто. Там один уровень все равно. Здорово. Ты как раз вовремя. Мандалор приказал мне рапортировать тебе здесь и эскортировать тебя куда ты хочешь. Me, следуй за мной. Ты все-таки получила мое сообщение. Человек, которого зовут Кавар, хотел, чтобы ты получила новость. Блин, что там было? Какое-то у них там предложение есть. Чё Кавар хотел? Он мне ничего не сказал. Он просто хотел увидеть тебя. Он сказал, это было важно. Но это теперь не важно. Этим утром генерал Ваклу встретился с советом бла-бла-бла. Он сказал, что... Гражданская война в Изисе. И генерал Ваклу теперь сражается с Талией. Он объявил это на последнем собрании совета. И как мы можем помочь Талии? Я сомневаюсь, что Талия и Кавар выживут до полуночи. Ваклу союзник теперь с ситами. Ты недооцениваешь силу, мандалорианец. Yes, we picked up some transmissions from nearby in the jungle.
Zuka's satellite relay has also picked up several shuttle launches with old Sith transmitter ID. Нахрена, Крея? Ну блин, она... The Sith forces must be stopped. Otherwise, the Mandalorian is right. Master Kavar and Queen Talia won't survive this day. Dividing our forces at a time like this is foolhardy. And this is why a common soldier will never triumph against a Jedi. Your military tactics are nothing compared to the Force. It is essential and inevitable that we face both enemies at the same time. Нам нужно встретить своих противников в одно и то же время. Они нашли сборище ситхов на Даксоне, но охренеть теперь. Я поведу к дворцу людей. You are correct. You must choose who will lead the expedition through the jungle to find our enemies and defeat them. Так, поведет, значит, последователь. Давай, чувак. Патрулим Крею чутка. HK-47. В смысле? Он охрененный сейчас будет. Ну и, наконец, мы возгорание пукана у нее сейчас вызовем. Как скажешь. Да нет, что-то... Самые три не любят... А, хотя не три. Если бы я послал Физос, конечно. Вместо кого только? Да нет, вместо очки я не пошлю ее. Все, да, я... Мандалорианцы поедут, чтобы найти лагерь. Поговори с Кексом. Да я готов. Специальная транспортация? Нихера себе. Неплохо. Гробница ситхов? Нихера себе. И это все Крея обнаружила. Точнее, она не обнаружила. Хотя обнаружила. Она знала про это. Впереди противник. Короче, давайте сейчас я прочитаю быстро, что она там сказала им. Вот, она почувствовала, что мандалорианцы что-то обнаружили, и такая... А, что-то тут есть на самой Луне. Скажи, тут есть какие-то... Ваши сенсоры что-то засекли? Я такой, Келборн, да, засекли. Какого хера мы только обнаружили, а ты уже все об этом знаешь? Ситхи. Старые ситхи. Ну, айди старые ситхов. В смысле. Окей. Ну что ж, на этом все. В следующей части... последователь поведет... своих пацанов... вместе с орудием для убийства HK-47 вперед на ситхов... в это же время Митра Сурик поведет свою партию, хотя никого она не сказала, с кем она пойдет. Пойдет на дворец. Собственно, все. Там эти бомбы. Короче, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Промикс. До скорых встреч!